Какой же ты Хён идеальный? Да не хочу я это смотреть! Я знаю, что там Стик лично просто какое-то адское будет. И он там не только красивый, там еще 100 миллион всего классного, наверное, там вообще. Сегодня мы смотрим прекрасную реакцию на клип Айю. Love wins all, любовь все победит. Да, где будет присутствовать Тэхён. Актер Тэхён. Да, идеальный мужчина, идеальный во всем. Прекрасный, замечательный. Спойлеры, мы просто отбивались от них на протяжении всего времени. Это было ужасно просто отбиться от трейлера. Все просто в мире решили в сторик себе запостить это. И ты такой... И кадры из клипа, вообще. И кадры, я не знаю, со съемок, мне кажется, там все. Спойлеры просто. Летело отовсюду, да. И мы просто закрывали глаза, чтобы не увидеть никакой спойлер, потому что иначе реакция была бы, уже начиналась бы за сутки до этого. Короче. А самое, я не поняла, по нашему времени должно было выйти в 12. Да. Ну вышло в 11, я думаю, на час больше отбиваться, то есть еще больше, на целый час меньше сидеть в интернете, чтобы не попасть на какой-то спойлер. Короче, да, ребят, мы наслышаны о том, что это просто нечто офигенное, поэтому мы уверены, что после просмотра мы пойдем искать дешевый билет на авиасейл. Да, а если вы с нами, и вы уже посмотрели, и ищете дешевый билет, вот сейчас вниз по ссылке, переходим, покупаем. Мы после вас. Да. В очереди. Поедем с вами, ребят. Я не готова, если честно, это включать. Я не готова морально. 5:22! 5 минут. Наслаждайся каждой секундой. Погнали. 3, 4. Ой-ой-ой. Начинается просмотр фильма. Она типа их преследует. Да вам можно говорить, не переживайте. Не, подожди, я знаю фильм, где нельзя было говорить, потому что на тебя нападет монстр. А-а-а, тишина пункта, да. У него разные глаза. Так, какое-то нагнетание пошло. Музыка спокойная, а нагнетание чувствуешь. Мне кажется, как будто у него на глазу, как будто это не просто линза, как будто катаракта. Знаете, как будто... Ну, что-то это как будто болезнь какая-то. А это мой гардероб. Вот там. Все мы были там, да. Я сейчас разрываюсь на начале. Они будут смотреть... А вы можете сделать погромче голос? Они будут все смотреть через призму... камеры? Но в камере все идеально. Они общаются. Она розовая обороняется? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Где-то завидует один Джунгук. И ревнует где-то один.
так, если они в конце умрут... Прыгай! Нет, не прыгай. О, сколько их там. Я думаю, палка... Не-не-не, положи! Положи! Да, он один глаз не видит. А ты... можно просто на этом завершить реакцию? Все сказано. 5 минут очень быстро прошли, на самом деле. Все сказано. Я не плачу, все нормально, все. У меня всего один вопрос. Тэхён, ты хоть один клип можешь не заставлять рыдать? Всех. Страдать, думать о жизни. Не, ну, кстати, это идея Аю. Я так поняла, что... Они прям объединились. Ну, в любом случае, даже если... Я слышала, что он часто выступает как автор каких-то идей, но что-то дополняет, вот, что, скорее всего, да, может, он что-то дополнил, и это вообще такая как-то синергия, не знаю, правильно, это объединение вот этих идей. Да, это было... Но конец очень-очень грустный. Правда. Где вот я хочу дорамную концовку, правда, где любовь побеждает зло. Правда, где... я не поняла, да, название называется «Любовь побеждает все», но... Она будто не победила, да. Почему они остались вместе? Ну, они испарились. Ну, все равно же вместе. Он... Я не знаю, что сказать. Хочу счастливую концовку! Где сейчас? Мне интереснее всего узнать лор, типа, что это за куб, почему, что. Потому что в клипе ничего не объяснено, просто какие-то кубы, какой-то постапокалипсис. Но он явно какой-то плохой. Ну да. Раз с ним боролись, потом на него напоролись. Ну какой прекрасный Грим, какой прекрасный Тэхён, какая прекрасная Аю. Я это, кстати, не поняла. Это что-то типа вируса было, потому что я... Ну, не то чтобы я сильно в английском, чтобы понять смысл, но я слышала, что она в основном поет Аю про любовь, что типа она победит, что типа там моя любовь, и там не раскрывается в плане того сюжет, это вирус какой-то, они были больны чем-то, почему они, ну, я так понимаю, что еще он был болен чем-то, ну, что он потерял, получается, зрение, а что вот эти кубы, это якобы какой-то вирус спустился или какие-то испытания, типа, были, и вот это вот все нападение, короче, мне... А, я не знаю, меня что-то немножко тревожно, если честно. Поэтому... Правда. Тревожное состояние. Пишите, какое у вас состояние тревожное, восхищение. Я, наверное, восхищусь потом. Вот, но пока мне почему-то стало тревожно. Но снято было очень-очень красиво. Цветокор просто передавал, мне кажется, идеальную атмосферу происходящего. Идеально. Вообще, очень классно. Грим очень хорошо проработанный. Просто ты смотришь и не можешь... Ты видишь их раны, да. Ты видишь их раны, ты видишь их боль даже просто с помощью того, как тебе показали это визуально. Не только от их игры, хотя игра была действительно идеальная и агрессивная. Тэхён, по-моему, видим впервые агрессивного Тэхёна, настолько агрессивного. Тэхён, давай актеры. Да. Мало той дорамы, давай! Но буквально каждая деталь кричала о том, что они проходят,
и через что они проходят, и что они чувствуют. То есть буквально проработана каждая деталь. И даже вот эта груда мусора, который вот вещей, как из моего гардероба, в конце объясняется тем, что это люди, которые также были... Я не поняла прикол с камерой. Я, это единственное, что до меня не было связи никакой. Я сейчас подумала о том, что, типа, она ему закрыла один глаз. Возможно, одним глазом он видел мир таким, как он показывается. Не-не-не, он, скорее всего, на один глаз просто не видит. Да, просто прикол был в том, что они, когда берут камеру, они видят все в другом. Да. Как, какая связь вообще? Я вот может это быть, это по призма, как? Знаешь, розовые очки. Да, розовые очки, как бы ты хотела. Вот они нашли это именно в этой камере, что с помощью этой камеры они могли видеть мир так, как они его хотели видеть, а не так, как он сейчас есть. Пишите, ребят, в комментариях, как пишите вам... свои доводы, пишите свои идеи, как вы увидели этот клип. Эмоции. Да, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Пока-пока! Увидимся!